смотри, видишь, я показываю. Каким одним словом можно назвать эти предметы? Вот это вот что? Сама не верю, что я это сделала. Так, в общем, пуговицы мы не нашли. Пуговицы не нашли, поэтому я сделала пока что временно бусинки. Ну ты еще розовый так-то. Ну вот это вот какой-то цвет. А я знала. Надо сказать. Покажите то, что там нужно с точки написать. Правда или нет? Да. Дорогие мои друзья, мои дорогие зрители, я сегодня проснулась с таким настроением, что думаю, надо снять влог. Наконец у меня появилось такое настроение, такая возможность. Я дома сейчас одна, никто не мешает. Так, что-то у меня объектив весь замацанный, я прошу прощения. Не в курсе была. В общем, смотрите, сегодня 9 марта. Вчера я получила подарочки. И вот это первый подарок, который я получила сразу с утра. Это Арюна. Арюна у нас вообще такая умница. Насчет подарков. У нее самые креативные подарки, самые милые. Вот человек умеет придумать и всегда внимателен. Это азалия в горшочке. Вот теперь надо сделать так, чтобы эти цветы подольше продержались. Так, этот подарок я получила в конце дня. Это мне сестра подарила со своей семьей. Значит, вот коробочку конфет и вот такую ручку. Так, это папа мне вручил. Зефир и мармелад. Между прочим, это мои любимые сладости. Зефир и мармелад. Если бы сказали, вот выбери две сладости, которые тебе можно. Так, это не подарки. Это были мои заготовки для подарков. Это, в общем, это мои краски для волос. Так, дальше. Надо. Я же раздета, я не могу вам показываться. Это вчера принесли розы от сына. Он сейчас в Новосибирске. И да, и вот он прислал цветы. Так, там цветы. А, еще один тюльпанчик я вчера получила, он у мамы остался. Вот эти тюльпаны вручил Оскар своей жене Арюне. Ничего себе, тут это упало, я не знала даже. Кошмар. Ой-ой-ой.
Марией. А это Алена вручила на ране вчера. Так, надо баночку поменять. Ребята, привет. Сегодня первый весенний день. Видите, я в шапке. Нет, этого незаметно. Это чувствуется в воздухе. Он теплее. Сегодня минус один. Нет, ну наконец. Да, настолько тепло, что шапку сняла и иду без шапки. Вот такой. Вот такая у нас грязь. И, слава богу, у нас песок. И вода быстро впитывается в него. На склоне снег хорошо тает. Где, не, так не везде. Там, где теневая сторона, снег будет еще долго держаться. Вот. Ну, по крайней мере, настроение соответствующее.